смогли найти место для швартовки мышки и дошли до самого Углича. Но было уже темно, шлюз не пошли. Вот так мы ночевали, пришвартованные к небольшому пароходику, который, в свою очередь, пришвартован к заправке. Здесь, в принципе, у них есть место для швартовки. Это прямо напротив входа в Угличский шлюз. Вот шлюз, кстати. Откуда корабль выходит? Можно заправиться и выйти даже погулять по городу. Вон Углич впереди. Стояли комфортно, с электричеством. Также есть возможность сходить в душ. Вот Белла сейчас пошла мыться. Сейчас теплоход, нужно отойти, отшвартовываться, а потом пришвартуемся на его место. Мы переставились, теплоходу нужно отходить. И мы встали вперед него. Пока швартовались, случайно развязался узел на удлиненном кормовом конце. Корма ушла, веревка уплыла, и лодка ударилась вот здесь об угол. Осталось мятин. Ну, в общем-то, веревку поймали. Погром. Лодку притянули, но вот долбанулись. Пошли посмотреть город и закупить продукты. Хотели попасть в музей гидроэнергетики, но не вышло. Там очень специфический график посещения, который с нашим не совпал. Вернулись, да. Ах, какая красивая. А у нее что, раскладная мачта? Ну, один гиг, да, маленький, вон тут верх. Офигенская, глянь, какая толстая яхта. А это наша. Худышка. Подожди, сейчас папа тебя снимет. Сидим, вглядываемся в горизонт и ждем, когда там появятся суда, достойные шлюзования. Поскольку нас одних шлюзовать не хотят. Горизонт пуст. Судами здесь и не пахнет. Конечно, той движухи, которая была
глазах под Вытегрой здесь явно нет. Кран содержатель. Все, давай, все. Спасибо. Все. Счастливо. Счастливо. Блин, опять парком бьем. Вить, сильно идем близко. Нормально. Проходим. Кормой его не спанем. Нормально проходим. Так, там корабль впереди. Мы его как должны пропустить или что? Ты их видишь, да? Ведь ты корабль видишь? Я хожу на лёд, пожалуйста. Мы посмотрим, что за вами готовы. Что сказали? Откроем. Так, мы к стенке никакой не идем? Нет. А у шлюз наверху? А внизу? Да. Возьмем рыбу. Витя довешивает дополнительные кранцы. Восьмой рым, но мы пока не видим номеров рымов. Предпоследний, да? Да. Гасить скорость, ведь еще. Да, если управлять. Что-то быстро сильно идем, да? Вить. Гасить еще? Так, нам какой? Они низко здесь, да? Нам следующий. Нейтраль, Витя. Вы же нейтраль. Витя. Положим, да? Да. Рым следующий, да? Близко сильно. Победный стой, сзади. Вот так. Задний. Заднюю давай. Это что, на меня тут напрыгнуло? Так, что, ничего, не тиранулись? Нормально. Что они там с воротами ведь? Неужели мы шлюз сломали? Они что, так стоят уже долго. Камера начинает наполняться. А? Ну да, обычно говорят, камера начинает наполняться. Следите за швартовыми. Ой, какой у нас сегодня певучий рым. Музыкальный. Что, застеснялся? Белла читает, Олежка внимательно наблюдает за наполнением камеры. А? 7.5 метров. Это все, что осталось от ворот. Поднялись на 7 метров, еще полметра осталось.
ворота опускаются. Еще идем. Видите, поле подводы. Вот эти подводы. Когда он загорится зеленым, можно будет выходить. Возьмешь управление ведь? Итак, мы прошли Угличский шлюз. Да, были. Идем дальше в сторону Калязина. Ну что, у нас теперь нет двух светодиодных фонарей. А с учетом того, что у нас не работает задняя фара. Печалька. Да, здесь еще один. Посмотри. Он заряжен? Да, он не заряжен. Калязина. Музей гидроэнергетики, к сожалению, так и не попали сегодня. У нас разошлись с ними графики. Но немного прогулялись по городу. Сворачивается руль, ну, начинает немного гасить. А когда руль немного гасит, то автопилот весь силен, начинает теряться, мутаться. Результаты не работают. Вот Витя учинит на ходу, уже не первый раз. Стволы берет.
первое встречное судно, увиденное нами, начиная от самого Углича, за 2,5 часа. Был бы номер, если бы нам пришлось ждать перед шлюзом, пока это судно дойдет до него и отшлюзуется вниз, для того, чтобы мы могли подняться наверх. Пойти напрямик срезать. Вроде бы глубины позволяют. Но там на Навионексе какие-то непонятные обозначения, перевод которых мы не нашли. Что это значит? Не знаем. В дословном переводе зона некого хранения. Что за хранение? Что это значит и насколько это опасно? Непонятно. Не мелко, может снаружи ведь. Может снаружи. Вон руками машут, куда? Оденься, мой зашла, ребят. А? Хотите, не будете плакать? Отлично.